Лучи добра, друзья, с вами Волкофрения, и мы продолжаем проходить игрулечку под названием This is the Police, как вы уже поняли. Поехали, ребята, поехали. Всем хорошего настроения, доброе утро, день 162. Так, мэр Роджерс прикарманил деньги, выделенный на уборку улиц, пассажирского самолета оказался двигатель. Отказал двигатель, но пилот справился, индийский фестиваль красок пройдет в пригороде. Давайте потише сделаем чуть-чуть, потому что мне кажется, что прям... Орёт. Игруля. И что мы здесь видим? Два дизлайка мне, вот так вот. А вы ставьте лайки. Не забывайте, ребята, ставить лайки. Шевченко не пришел на работу сегодня. Красавчик. Отпустите, нет? Да, пьяного отпущу. Одна лычка у меня есть. Давайте вывер дадим. Вымер надо вторую. Чтобы они нормально раскрывали преступления. Спасибо вам, ребята, за советы по поводу расследований. Так, какая там была? Были клевые песни. Вот эти, No Good. Да. Нужно, значит, крутых детективов ставить. Расследование, чтобы они новые кадры находили. Это здорово. А тут мы давайте с Муди. Ну ладно, тогда завтра ее поймаем. Че сейчас Муди-то? Мы не будем похороны. Да. Мэрия, слот для офицера. Нет, не хочет. Ну конечно. Мистер Норрис сообщил о взрыве на улице. Я делал сэндвич, когда... на кухне сэндвич, когда раздался оглушительный грохот. Теракт. Да ладно, это всякое может быть. Человек в плаще и маске зашел в школу, расчехлил меч и начал убивать всех. Полицию вызвал директор школы, которая забаррикадировала в своем кабинете. Я видел, как он убил двух мальчиков, учитель физкультуры, который пытался остановить его. Что-то прохладой тоже попахивает, если честно, ребят. Прям попахивает, но на всякий случай отправим. О, мэрия, поручение, everyday. Ну давайте, да отправим. В принципе, можем уже отказывать. Топливо. Шеф, после того, как мы залили новое топливо в машины, их выхлоп в труб... выхлопных труб во время езды неправильно валит черный дым. Наверное, ничего серьезного, но мы думаем, что вы должны знать. Что, зачем? О, корпорация Атикус, это хорошо. Поехали. Поехали, нормально в Баблинских заработаем. Я думаю. Баблинский, это хорошо. Так, это, скорее всего, теракт, это ложный. Да, ложный, отлично угадал. Так. Массовое убийство. Преступник пойман, офицер погиб, гражданский погиб. Вот тебе. Действительно, это было так. Я думал, это фейк. Отправил трех полицейских, надо было больше отправлять. Минус Доуэлл. У меня здесь кто-то есть? Ну, все дрыщи. Ни о чемные. Угроза взрыва. Заминировал один из лифтов в небоскребе. Ну, тоже такая прохладная история. $8000 мне дает. Атикус. И чего? Блин, да, и кто-то погиб. Нет, никто не погиб. Просто... Ну, ладно. На службу пришла молодая вдова и устроила скандал. Где был ваш бог, когда моего мужа зарезали в подворотне? Священник позвонил в полицию, попросил увезти женщину. Она огорчает моих прихожан. Давай. Уведем. Без проблем. Ну, как-то все... Как-то вообще какой-то нехороший день. Авария. А причина аварии неизвестна. Тейлор погиб в ДТП. Че вы все умираете, ребят? Скажите мне, пожалуйста. Зачем прямо сейчас это делать? Девушка долго примеряла роскошную шубу, а потом внезапно выбежала из магазина. Охранник как раз был на обеде, в полицию позвонила продавщица. Круто. Каждое полнолуние на кладбище прибегает оборотень, воет на луну и пытается меня съесть. Да что за бред-то? Кража, магазин спортивной обуви.
Девочка-подросток примеряла дорогие туфли из новой коллекции. Когда продавщица отвлеклась, девочка выбежала из магазина, не заплатив. Опять та же история. Нарушение общественного порядка. Ну все, хорошо хоть. Молодец, жилет, молодец. А почему один? Так. 9 секунд, ты что делать-то? Да и понятно, что фейк. Кто у нас есть? Вообще свободен, нет? Ночные звонки с угрозами? Может быть, тоже фейк? Надеюсь. Так, хорошо. Здесь все хорошо. Да, преступник все-таки запугивал ее. Давайте композицию включим. Какую-нибудь вот эту давай. Посмотрим, что она нам зарядит. Где наши хорошие композиции? Все ушли теперь какие-то ерундовые. Кража. Нормально справились, молодцы. Мало копов у нас теперь стало, очень мало. Два минус. Надо запас иметь какой-то. Но я не хочу брать по сотке копов. Хотя у нас 162 день уже осталось чуть-чуть совсем. 180 дней, как я понял, продержаться. Но думаю, неплохо держимся 162 дня-то. Нормально вообще. По-моему. По-моему, очень даже нормально. Да? Сейчас уже заканчивается день. Улучшения у меня есть практически все. Объявить мертвым. Объявить мертвым. Блин, минус 2 вообще. Минус 2. День 163. Чекпоинт. Дальнобойщики жалуются на высокие трансферные тарифы. Перформанс на кондитерской фабрике. Художник испражнился в чан с шоколадом. Магазин игрушек Wooden Horse оборудовал детскую площадку. Как 3 дизлайка-то? Ох уж это мэрия. Ох уж это мэрия. Че, никто никуда не хочет? Да ладно. Поехали. Странно, никто не хочет выходной, не просит. Штраф. Мы недовольны эффективностью полицейского департамента, мы урезаем бюджет. Чего? Короче, знаете, что я вам скажу? Вот так я беру, короче. И ничего не делаю с ветеранами. Пошла мэрия в жопу. Пошла в жопу. Мужчина в костюме Санта-Клауса, которого пригласили на вечернее представление, сильно перебрался спиртным и прямо в разгар гуляний полез на елку и стал ее раскачивать. Хорош. Анна Грусь, Друсь просто, выгуливал свой чихуахуа и заметил парня с девушкой, которые залезли прямо в фонтан, начали стягивать друг с друга одежду. Ну молодцы, чё. Так, все, поехали ловить эту сучку. Точнее, этого мужика. Ветклиника. Семеро вооруженных борцов за право животных ворвались в зоомагазин. Так, это все серьезно. Отправляем. Давайте посмотрим. Так, здесь 3 дня. А здесь почему 2? Ага. Но место у нас есть еще для офицеров. Нормальное место. Можно еще там человека 3-4 в смену Б засадить. Ай, молодцы. Вот молодцы. Угроза физ здоровья. Тоже молодцы. Вот это хорошо.
В смысле гражданский погиб? Упал с елки, что ли? 5-летняя девочка пропала во время семейного барбекю на природе. Ну, извините, надо бы лучше смотреть за своими детьми. Ничем не могу помочь. Во время рождественского марафона Санта-Клаус завязалась драка и поножовщина, господи. Нет, два мало. Заложников поставили на колени, приговорили к казни, но преступник спорит, не могу решить, кто станет палачом. Взять заложников бездомную собаку, продолжить обмен, готовиться к штурму. Подозреваемый с татуировкой на лбу хотел открыть огонь по заложникам, но предохранитель на пистолете ему помешал. Сейчас он судорожно ищет переключатель. Бросить шумовую гранату, светошумовую, и задержать всех. Вот это хорош. Вот это хорош. Нет, друг, миссия от Бога. Давай. Так, здесь тоже что-то все жестко. И здесь успеем? Да, успеем. 4, 3, 2, 1. Успели. Поножовщина, это серьезно. Посылаем. Мэрия пошла в жопу. Нападение. Преступник пойман. Вы поймали всех подозреваемых. Супер. Супер. Вооруженное ограбление. Да вы чего? Ну, извините. Извините, тут ничего не поделать. Как всегда, гражданские погибли. Что-то все вообще как-то жестко. Вообще жестко все. Так. Расследование. Что у нас в архиве? Исчезновение. Похищение. Поджог. Похищение. Открыть дело. Муди давай берется за это. Потому что он крутой, он найдет. Найдет новые кадры. Джек, я думал, у нас полное взаимопонимание, но кажется, у тебя нет никакого понятия об уважении чести. Кристофер Сент, который мертв, он мне пишет это сейчас, он же мертв. Ложная тревога. Так вот. Это пропажа девочки. Отказаться, хватит вам. И так сможете, да. Преступник пойман. Что было сейчас вообще, я не понял, за сообщение от Сэнда? Что за бред был? Реально, бодяга какая-то, вообще непонятная, ребят. Давай, успеем. А, тут можно двоих. Так, не, это фигня какая-то, это фейк, поэтому не будем сюда никого слать. Подземный переход. Так, женские крики, она выглянула за угла и увидела двух мужчин, срывающих с молодой девушки одежду. Поехали. Разберемся. Порча имущества. Конечно, это фейк. Похищение. Три новых кадра. Во. Побег с места аварии. Никаких кадров не найдено. Ага. Да кому же новые кадры получили? Все, может быть, этого хватит. Так. Любил иногда пройтись на так. Вот это так. Я не заметил ничего подозрительного. Разве что серый грузовик без номеров ехал за ним всю дорогу от ресторана до парка. Серый грузовик. Серый. Так. Скорее всего, вот это. Вот этот автомобиль.
Его сбил тяжелый автомобиль на большой скорости. На теле остались следы радиаторной решетки, как у джипа или грузовика. В мягких тканях обнаружены осколки лобового стекла. Похоже, удар был настолько силен, что тело подбросило вверх прямо на капот. Серая краска. Ну, все сходится здесь. Я бегаю в парк по ночам, услышал грохот мотоциклов, подумал, что байкеры гоняют. Так. Мотоциклов, еще байкеры какие-то. На следующем от места происшествия перекрестки камера засняла. Так, понятно. Ну вот как-то так. Ну, не хватает еще кадра, не хватает. Явно, явно не хватает. Так, ну что, давайте день завершаем. Все же хорошо, все нормальненько. А, у нас тут одно дело осталось. Изнасилование. Все поймали, все нормально. 1690, 1700, чего вы хотите, Флоридер. С ним не забалуешь. Он один может всех раскидывать. Завершить день. Так, интересно. He's here. Охранник, well, он уже здесь. What are you waiting for? Ну так чего вы ждете, Роджерс отвечает. Джек, знаешь, как мне удается так долго оставаться на посту мэра? Да, знаю, но хотите поговорить об этом? Нет, нет, Джек, я о другом. Мне так долго удается оставаться на посту, потому что еще в самом начале карьеры я усвоил важное правило. Если кто-то, твой друг или твой враг, чего-то очень хочет, хочет по-настоящему, его можно на этом поймать. You can hook them with it. I know just what полностью you mean. С вами согласен. What? Чего хочет Джек Бойд? Спокойной пенсии? Сомневаюсь. Полмиллиона? Я думаю, эти полмиллиона миф. Doubtful. Half a million dollars. I think that whole nonsense is a myth. The others might think. И все поверили, что ты, собрав эти несчастные деньги, уйдешь с дороги. Я думаю, я уверен, ты хочешь и всегда хотел только одного — остаться шефом полиции. И только я могу дать тебе это. Chief of police, and only I can give that to you. Ты должен возглавить спецоперацию против Чаффи. Хочу, чтобы к нему в его вонючий ресторан нагрянул спецназ. Хочу, чтобы ты лично там был, лично появился перед камерами. Хочу, чтобы этот педик получил пулю во время ареста, а лучше дюжину пуль. Хочу, чтобы его изуродованное тело показали в прямом эфире. Хочу, чтобы ты спланировал операцию безупречно. Если я останусь доволен, ты сможешь сохранить свою должность еще на полтора года. You'll keep your job for another year and a half. На полтора года. I think. Полагаю, мы договорились. I think we have an agreement, huh? Not a year and a half, Mr. Не на полтора года, мистер Роджерс. До конца жизни. You think you думаешь, ты можешь диктовать условия, Джек? Jack? Yeah. Да. Потому что если кто-то чего-то очень хочет, хочет по-настоящему, его можно на этом поймать. Хорош. Мужик. Полагаю, мы договорились. Мужик, мужик. День 164, декабрь 25. Так, разлив подземных вод угрожает городу наводнением. Промоутеров салона Блэхэнсом приняли за наркоторговцев. Бомжей выгнали с вокзала. Ну хоть один лайк-то. Что-то прям в мэрии ко мне не очень. Да, ребята.
Я. Давай. Угу. Так, ты алкоголик домой, и у нас вообще не осталось копов. Вообще мало копов. Поехали, какую любую уже песню ставим. Так. Член банды. Боб Фарбер оказался членом банды под названием «Снежные войны». Он может помочь вам уничтожить банду, если вы сделаете его своим. Принять. Сделаю его своим. Начать расследование. Убийство. Так. Главное. Вывер. Давай. Поехали. Полицейский участок. Так, здесь у нас счастливо. Родная моя. Так. Будь здорова, Зай. Пока. Подозрительно. Так, здрасте. Я тут остановился в отеле вместе с моей малышкой, чтобы, ну, отдохнуть, развлечься, понимаете. В общем, из соседнего номера вышел жуткий тип со шрамом на пол лице. Ладно. Фигня. Это фигня. Явная. Воспитательница укусила мальчика за лицо за то, что он кусал других детей. Что за жесть вообще? Воспитательница укусила мальчика? Ну ладно, это же, по-моему, так, шутка. Ну, как бы в мерах воспитания. Что-то жестяк какой-то. Авария, Шевченко. Погиб в ДТП. Ну красиво, чё бы и не погибнуть еще. Вот это вообще хорошо. Муниципальное поручение отправить. Подозрительный индивидуум. Да ладно, вы серьезно? Да ладно. Убийство, расследование началось. Все хорошо. Пока пускай кадров нет. Не будем читать. И что с композициями стало? Почему они такие короткие? Вообще короткие. Нечего слушать просто, жесть, ребята. Нету дисков, нету. Так, что у нас здесь? Клэр Дик пришла на бесплатную омолодительную процедуру, на которую ее заманили по телефону. Ей 2 часа делали разнообразные уколы, после чего у нее текло все лицо. Мышцы онемели, лицо невыносимо болит. Более того, в салоне потребовали оплатить полную стоимость процедуры. Что-то здесь как бы... Что-то здесь пахнет... Да ёбай. По-моему. Это бесплатная же была. Не? Процедурка-то бесплатная была. Жестокое обращение с детьми. Так, хорошо, молодец, справился. Продолжаем. Мужчину ограбили 2 парня с нунчаками. Один подошел сзади, ударил меня под колено, второй шарахнул меня прямо в нос. Да ладно, прям ниндзя в атаке. Черепашки-ниндзя какие-то. Чем дальше, ребята, тем жестче все. И еще Андерсон погибл в ДТП. Красава. Просто красава. Чё уж тут сказать, вообще слов нет. Наглые черные девахи распространяют свою заразу прямо среди бела дня. Чего? Уборщица мыла в пол в кабинете руководителя, обнаружил под столом странный сверток, из которого торчат провода. Понятно, фигня какая-то. Все у нас окочуриваются. Мне не нравится это вообще. Прям вообще не нравится. Мне стукача не нанять. Кстати, ребята тоже писали все в комментариях. Не нанять стукача теперь. Все, прошла эта пора. А, угроза самоубийства. Так, нам пока нет, не хватает копа. 2 парня с нунчаками спокойно идут по улице. Эй, ниндзя недоделанные, бросают свои игрушки. Вот и все. Перди. Против перди вообще приема не... Никакого нет. Ну кто там есть? Второй коп освободится.
Это ложная тревога, и да, и это тоже ложная тревога. Да, хорош, хорош. Давай, 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 давай. В комнате с лекарствами глотает все подряд. Поехали, надо помочь. Надо помочь. Так, профсоюз. Нанять стукача. Во, стукач мне нужен, кстати говоря. Можно же нанять, оказывается, стукача. Кого только. Давай стукача. Так, вот это возьмем. Че еще, че еще, че еще? Церковь. Корпорация Атикус. Тайный счет. 40 тысяч долларов. Безопасное увольнение. Полицейский участок. Мэрия. Мне надо профсоюз, мне надо никаких срочных заданий. 45 тысяч долларов. Дорого. По-моему, это дорого очень. Так, а здесь у нас что? Пригород. Вождение в нетрезвом виде. Ну, о, все, освободились. Поехали. Блин, вообще мало копов, просто трындец. Повезет мне? Надеюсь, повезет. Убийство, отчет. Детектив Уивер, вастрель новых кадров. Нормально. Еще надо, еще. Как минимум три. Хорошо, хорошо. Угроза самоубийства. Вот молодцы. Вот молодцы. И последнее задание на сегодняшний день. Давай, давай. Фичбах и Цубаки. Что там у нас? Вождение в нетрезвом виде. Все. Красавцы. Завершить день. Теперь мы знаем у всех, какие-какие взгляды. Объявить мертвым. Да, все. Да, не, стукача взяли. Сразу все, можно крысу эту. Так, завершаем день. Блин, копов мало, мало копов. Ну, будет хорош. Вот хорош. Мистер Бойт, на этаж поднимаются какие-то люди с оружием. Мистер Бойт, их очень много. Я не слышал тебя, повтори. Прошу прощения, мистер Бойт. Кажется, я напугал вашу секретаршу. Чаффи. Что они издали эти рассказы отдельной книгой? Моя дедушка... Мой дедушка читал мне эти истории со старых газет, когда я болел. В детстве я часто болел, по несколько раз за год. А знаешь что, мистер Бойт? Вы не Бобби Флэш. Я в курсе. Нет, 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 я в хорошем смысле. Вы мечтаете победить всю преступность во Фрибурге, так? Когда-то мечтал. А знаете, почему вам это не удалось, мистер Бойт? Знаете, почему это удалось только Бобби Флэш? Потому что когда ты окружен карикатурными преступниками, единственный твой шанс победить — стать карикатурным полицейским. Вы не карикатурный полицейский, мистер Бойт. У вас слишком много сомнений, слишком много страхов, слишком много противоречий. Может быть, поэтому жители города и прощают вам все ошибки, потому что вы совершаете их искренне, как живой человек. Бобби Флэш никогда бы не простили ошибку. От Бобби Флэша ждут супер-операции. Что вы еще не отказались от своего безумного плана со штурмом мэрии?
Что же в нем безумного? Это за одну ночь решит все мои проблемы, при условии, конечно, что мы хорошо подготовимся. Допустим, Мэрия в огне, Роджерс убит. Что дальше? Вы просто войдете в пропитанный дымом кабинет и сядете в обугленное кресло? Нет, мистер Бойд. К тому, что будет дальше, я готовился весь последний год. Я представляю в прокуратуре... Предоставлю прокуратуре внушительную папку с компроматом на Роджерса. Так. В том числе предоставлю информацию, согласно которой он сбитый с толку внезапной политической конкуренции, окончательно сошел с ума и задумал залить кровью весь Фрибург. Конечно, сотрудник мэрии Трой Старр легко все это подтвердит. Одновременно с этим моя милая Джордан наконец-то решит нарушить молчание и расскажет, что безумец Роджерс, угрожая, заставил ее убивать всех жертв своего сексуального насилия, чтобы убедиться, что ни одна из них из этих приятных историй не всплывет в прессе в неудобный момент. Конечно, все поймут, что ни на какой официальной жалобы у нас не оставалось времени. Ни на какие официальные жалобы. В ночь перед тем, как Роджерс должен был отдать своей многочисленной личной охране приказ погрузить город в хаос, доблестный шеф полиции Джек Бойд принимает непростое решение арестовать главу Фрибурга. К сожалению, Стюарт Роджерс настолько впал в старческий маразм, что решил устроить перестрелку с полицией и погиб. Придется назначить досрочные выборы мэра. И, конечно, мне не составит труда честно их выиграть. Ну, неплохой план, в принципе. А дальше? Знаете, мистер Бойд, большинство фактов, которые я собрал в папку, заглавленную Стюарт Роджерс, вполне правдивы. Если залпом прочитать, что этот четырехсотстраничный труд, никто не усомнится, что перед ним информация о худшем человеке в мире. Убийца, насильник, вор, расист, сексист. Вы сексист, мистер Бойд? Простите, вы сексист? Может, расист? Стараюсь не быть. Вот именно, я тоже. Хотя я долгое время был известен под революционным псевдонимом. Я, конечно, никакой не революционер. Я верю в эволюцию. Я убежден, что город, в котором такую широкую поддержку получила российская банда, город, в котором люди приветствовали давление на феминистов, город, в котором все десятилетиями мирятся с коррумпированными чиновниками, не готов к мэру, выступающему за свободу, равенство и верховенство закона. Зато он готов к мэру, который старается выступать за свободу, равенство и верховенство закона. В тех ситуациях, в которых это возможно. Именно поэтому вы так популярны, мистер Бойд. Город готов к таким людям, как мы с вами, к людям, готовым на компромиссы. Я рассчитываю на вас, мистер Бойд. Черт, он меня убедил. Он меня убедил, черт возьми. А когда они будут готовы? Прошу прощения. Вы сказали, что город не готов к мэру, выступающему за свободу, равенство и верховенство закона. А когда они будут готовы? Кто решит, что они готовы? Я решу. Я думаю, что стоит... Я ненавижу этого Роджерса, я ненавижу эту мэрию без всякими заданиями и постоянным недовольством подавить всякие бунты, поддержать Чаффи, может быть. Давайте поддержим Чаффи. Просто поддержим Чаффи вот так вот в наглую. Все. Все, ребята, мы поддержим Чаффи. А тем временем... Надо заканчивать серию. Ждите продолжения. Мы подкрадываемся к финалу. Мы уже близко, друзья, к развязке событий всех. К главному сюжету. К развязке главного сюжета. С вами был Волкофрения. Всем лучей добра. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и писать комментарии, вступать в группу ВКонтакте. Все, ребята, всем пока.